Ой, время поговорить про пуш 30 тысяч кубков. В прошлом сезоне я себе поставил цель апнуть 30 тысяч. Я доволен своими результатами в прошлом сезоне. Я поднял за один сезон 8 тысяч трофеев. Для меня это хорошо, это классно. Но в этом сезоне не все так хорошо. В этом сезоне за 4 дня я поднял... Ай, господи! Я поднял 300 кубков за 4 дня. То есть в день даже не... Меньше 100 кубков. Но тут дело в том, что я просто до сих пор не задрочу. Непонятно почему. Я должен играть днем, я должен играть вечером. Может, я немножко перегорел в прошлом сезоне. Не знаю. Короче, по 3 на 3 я отстал. Очень много было поражений вчера с Петей. И я отстал, они уже ушли на 700-800 кубков, я до сих пор на 650, я имею в виду по персам. Мне надо их догнать, команды сейчас нет, поэтому, ребята, моя сейчас ближайшая проблема — это соло ШД. Я хочу всех персов вывести на 700, далее продолжать тиммейтами. Конечно же, я не против, если у кого-то будут такие кубки, в принципе, катать геймграб, футбол. Цель этого ролика сейчас будет... аккуратно, не спеша поднять воробушка на 700. Я не хочу, как в прошлом сезоне, апать вот так вот, быстро, пачкой. В принципе, до конца сезона еще 9 дней. Время есть, и его достаточно. Мне надо, получается, 6300, да, получается, практически. Время хватает. Можно апать. Поэтому давайте сейчас поставим цель за видос. Я подниму воробушка, если подниму, надеюсь, на 700. Потом выберу какого-то еще перса, подниму на 700. И так сейчас буду апать по чуть-чуть. Также я хочу вас всех пригласить ко мне сейчас на трансляцию. Она сразу будет после этого видоса. Я постараюсь ее запустить как можно раньше. Но умоляю вас. У меня единственная к вам просьба. Поставьте этому ролику лайк. Пожалуйста, проверь, поставил ли ты лайк сейчас. И подпишись на канал... в знак поддержки. Вот правда, честное слово. Я буду очень благодарен, если ты поддержишь. Я чуть не умер. И я сейчас могу умереть. У меня горит. Потому что я 700 кубков на воробушке, сейчас пытаюсь апнуть, что-то у меня не получается. Я решил, сейчас запущу видос, и на видос я точно буду максимально стараться. Короче, пожелайте удачи. Сейчас должен поднять воробушка на 700. И так далее. И следующего перса. Так, все, есть. О боже, прикольно, да? Смотрите, меня поджимает с ультой Брок и поджимает Динамайк. Плюс-минус, с одной плюхи меня что первый, что второй убивает. Но мне повезло, осталось 6 бойцов. Банок нет, ульты нет, ни одной тыки я никому не нанес. Такое себе. Так. Интересно, будет он ультовать? А, еще ж гаджет, он может с гаджета на меня подпрыгнуть. Но у меня тоже есть гаджет, его самое главное вовремя использовать. Так, опа. Так, хорошо, я еще одну тыку сделал. Тут никого нету. Так, Биби пошла в разнос. Боже, если она жвачку на меня кинет, все, нету жвачки. Я пошел пытаться убить Биби. У нее 9 банок. Слушайте, может Биби взять? Реально, тут так много Биби. Я сейчас, наверное, Биби возьму следующее. Не, хотя я хочу Леона. Блин, не знаю, на самом деле я много хочу сейчас поднять. Со щитом, конечно, хрен что сделаешь. 12-баночной Биби. Отвечаю, мне надо двигаться дальше. Я не знаю, куда мне двигаться. Ждать, пока Биби с кем-то зацепится. Так. Ага, все, нашел. Кто там у нас? Шелли, да? Так, Шелли я убил. Хорошо. Дальше что? Что дальше? Как мне ее? Она меня стычки убьет, кстати. Вы сами понимаете, это без шансов. Я, наверное, не буду тратить время. Я попытаюсь сейчас. Но это бесполезно. Тем более она на очень большой скорости. Ты меня можешь убить давно уже. Тупо убегает, боится. Фу такой быть. Тут я топ-1 бы не взяла, никак, как бы я не хотел. Смотрите, нормально, первая катка победная.
Сейчас просто нету команды 3 на 3, с которыми меня получалось бы играть. Ну нету, не знаю, ну нету их и все. Не получается. Поэтому вся надежда на самого себя пока на данный момент. Я понимаю, что в 3 на 3, если играть профессионально, то можно гораздо быстрее это делать. Но я пока время есть, не спеша буду пытаться апать в шедешке. Ну, мало ли, получится. Там по чуть-чуть на 700 трофеев всех. Так, поехали, следующий бой. Так, я думаю, что Биби надо взять. Вообще, мне понравилось, как Биби. Смотрите, смотрите просто, что творит она. Так. Так. Есть, зацепил ее. Есть, еще зацепил. Маленьким кинжальчиком зацепил. Но она быстро бегает. Ее хрен словишь. Ей мансить реально удобно. Она очень крутая. Я сейчас Биби возьму, наверное. Ну, вообще Леончика хотелось бы. Фух, хорошо, что я использовал гаджет. Я бы сдох, наверное. Боже, она так быстро передвигается, мне страшно. Блин, мне страшно здесь находиться. Я не знаю, куда деться. Блин, боюсь. Реально, очкую. А, мимо. Мне ульта нужна. Так, а теперь она от меня убегает. Да блин, а кстати, это Биби не со щитом, это Биби на скорости, это у нее пассивка другая. Со щитом вообще трэш, хрен что сделаешь. Так, я, наверное, уйду от Биби. Блин, я хочу топ-1, ребят. Но это трудно сделать. Трудно сделать, все тимятся, крысят, короче, такое. Ну вот сейчас что мне делать? Я зажат. Так, хорош, 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 так. Так, ну и что, и что, и что, что ты ультанула у меня. Так, 4 бойца, ну, надо постараться. Так, есть. Отлично. Мимо. Гаджет. Давай, 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 Фрэнк, Фрэнк, сдохни, фух, вторым. Это хороший результат вторым, вот честное слово. Вторым сдохнуть, это еще хороший результат. Но мне все равно еще 2 катки надо затащить. Это при том раскладе, что я сделаю их идеально. А сколько у меня на Биби, я вот секундочку чекну. А, на Биби у меня 750, Биби я не возьму, ребята. Но ей бы, да, ей бы здесь можно было бы раздать по мордасам. Но, поехали, все еще бы. 2 катки еще. В принципе, если играть аккуратно, то у меня получается плюс-минус. Хочу вас всех видеть на стриме, чтобы вы меня поддерживали. Я очень буду стараться. Правда. Я очень мало кубков поднял за эти 4 дня. Я хочу это исправить. Так. Мне просто реально тут... Я сколько планирую, у меня сколько дел. Я ну, серьезно, вроде как, по сути, карантин... Дел должно... Времени свободного должно быть много, но чё-то вообще я ничего не успеваю. То туда съездит, то сюда съездит. Короче, трэш. Оп, все, минус, чел. Оп. Уходим. Убегаем. Блин, спайк, отстань. Страшно, вырубай. Ух ты, ё-моё! Ух ты ж. Так. Да, спайк, конечно, влупил мне нормально. Так, а это тот спайк, который здесь сидел, да? Да, это тот же спайк. Так, ну что ж, я думаю, здесь нету, я буду контрить, да? Короче, пуш до видоса проходил ужасно, сейчас более-менее. Так, 5 банок, но если лульту, надо накопить новую. В принципе, не так сложно, я не вижу сейчас таких сильных игроков с большими банками. Ну вот Дэрил, да, я так понимаю. Не, у него немного банок. Так, хорошо, Дэрил. Дэрил, что мы с тобой будем делать? У меня гаджетов нет, Дэрил. У меня нет гаджетов, но скоро будет ульта. Так, о, все, поплыл Дэрил. Блин, как же Биби херачит. О, топ-1! Ну что, мне осталось 4 кубка и воробушек на 700.
Блин, казалось бы, там таких каких-то 30 трофеев, но, ребята, на данный момент реально начало сезона и 700 трофеев, как все 850-900 в конце сезона, вот серьезно. Играть можно, но надо аккуратно. И не получается пушить пачкой. Так сидеть там, с одним глазом играть, ну, я имею в виду смотреть на игру, вторым глазом, не знаю, читать чат, донаты, не получается. Надо реально прям вот так вот четко над каждой каткой потеть. Так. В принципе, но эта катка мне не нравится уже. Так. Так. Так, о, у него ульта. Ультец — это пиндец. Так. Ну, блин, стрёмненько. Ладно, я уйду от него. Он меня подловит. Неприятный для меня момент. Дайте мне ульту набить. Не дают. Не дают набить ульту. Так, есть, дал. О, и Мортис попался. Это, смотри, Мансит там что-то кумарит. Так. Ну хорошо, на дистанции воробушкам очень легко держать. Давай, все, это роза моя. Три банки, плюс ульта есть. Но опять, смотрите, если я стану с Фрэнком, да, его будет трудно задамажить, но при этом его хорошо мансить. Главное не попасть под ульту. Вот. Так. Есть. Все, минус Нита. Что там у нас... Мне нравится эта карта тем, что здесь нету ни коктейля этого рандомного, ни ро... Не, роботы мне нравятся, коктейли нет. Коктейли реально... Оу, какой остался у нас хряк. Ну, смотрите. Не, я мог его затащить. Просто ультанул. Вышел на него. Ну, неважно, 700 кубков на воробушке. Еее! Давайте посмотрим, кого мы еще можем. Я вот так вот приблизительно и собираюсь сегодня Леона. Давайте, погнали Леона. Играем до поражения. Ролик, возможно, будет длинным, потому что это пуш кубков. Здесь не получается. 10 минут и все, ребят. Попробуем на Леоне. Леон тоже топчик на этой карте. Но он больше в крысу, ребят. Больше в крысу. Такой, мне такой режим не очень нравится, но это Леон, что поделать. Такой вот перс. С ульты заходить в спину, там, чик-чирик и все, и до свидания. Я пошел дальше. Так. Так. Ну да, Биби, вот превосходство у нее здесь однозначно. У Биби однозначно. Я не проверял кусты, поэтому сейчас немножко играю неправильно. На Шелли можно, кстати, тоже, да. Но мне что-то Шелли не заходит в последнее время. Мне больше Шелли нравится в команде играть. Так, ну в дуо. Сейчас бы... О, кстати! Здесь можно Шелли плюс Джин нормально развалить всех. Так. Так. Мне ульта нужна, ребят. Не знаю, как это я сделаю, но мне нужна ульта. Мне нужна ульта. Сейчас будем набивать. Оу, ты чё бросаешься? Оу! А там Нита ещё сидела! Господи, какой бред! Минус 5 кубков. Хорошо, я понял. Не буду больше так играть. Мы договаривались до поражения, поэтому давайте я сейчас, если сделаю топ-1, то на этом закончу. Хотя нет, хочется еще пару каток, поехали. Хочется на самом деле больше, чем пару каток. Гораздо больше. Поехали. Блин, ну и хоть не последним сдох, и то спасибо. Но я сам виноват. Блин, на примата пошел. Но это такое. Сейчас Эмс может... Да блин, чего ж не хватило-то? Опять рискую, реально рискую. М смогла меня съесть. Ну давай, давай, чё, кто добивать будет? Кто добивать Фрэнка будет? Чё, всем пох? Всем пох вообще, отвечаю. У Фрэнка там лоу хп и никто его не бьет. Так, все, сейчас будет ульта, а ульта это козырь у Леончика. Так. Я думаю, что надо убить Эмс. Я думаю, что надо убить Эмс. Срочно, смотрите, подходим к ней. И привет, Эмс. Все, до свидания, Эмс. Вот в этом весь Леон. Это в крысу. Так, с инвизом. Но опять же, я не считаю его прям универсальным. Вот на воробушке было попроще. Так, я еще хочу
пару тык. Ладно, не дает пока. Вот гаджетом я не умею пользоваться. Не знаю, как им правильно пользоваться, этим гаджетом. Так, сейчас еще одна тыка и ульта. Блин, нет, ни одна. О! Блин, какой классный примат. Тупо стоит на одном месте, ничего не делает. Давай, добивай ее. Его. Так. 6 банок, но это топ-1. Тара. Что ты скажешь? Так. Я не знаю, мне знаете, что больше по пассивкам нравится? Скорость у Леона. Но мне кажется, что с хилкой лучше. Так. Осталось 3 челика. Леон, Дэрил и я. Даже не знаю, как поступить. Да вот так и поступим. Ха. Сейчас отхилиться надо. А чё он не дамажит? Я не пойму. Вот этот клон, он не дамажит? Челиков. А, фу, блин, бред. Короче, плюс 10. Ну, смотрите, я, ну, могу продолжить, но это будет долгим ролик. Будет минут 20. Давайте так. Я сейчас буквально чуть-чуть сделаю паузу, чтобы этот ролик хотя бы посмотрели. И я запускаю трансляцию. Сегодня минимум 24 тысячи я должен допушить. Но это не дело, что за 4 дня я поднял 400 трофеев. Я буду исправлять. Завтра у меня снова день выпадет, и вот из-за этого я начинаю волноваться. В воскресенье я хочу прям задротить дико. Все, жду вас всех на стриме, постараюсь сегодня выжать максимум. Буду всем благодарен, кто придет. Спасибо за просмотр, удачного мне пуша. Встретимся на стриме, пока.